Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Алау», программа «РТН Подробности». В ближайшие полчаса с вами в студии буду я, Алмат Сулейминов. И в начале программы коротко о главных событиях уходящей недели. Взлетно-посадочная полоса Кустанайского аэропорта не ремонтировалась около 30 лет. Из-за ее плачевного состояния многие авиаперевозчики отказывались открывать рейсы с сообщением на Кустанай. В этом году принято решение реконструировать полосу. Надо отметить, что проект этот влечет за собой многомиллиардные затраты, а именно более 8,5 миллиардов. Основную часть инвестиций выделит Министерство инвестиций и развития Республики Казахстан. Область на это потратит только 200 миллионов тенге. Выделение денег на начало реконструкции полосы на внеочередной сессии областной Основу Маслихата единогласно утвердили депутаты. В целом они утвердили изменения в региональный бюджет на 2018-2020 годы. Больше всего средств, а именно 1 миллиард тенге, решено выделить на ремонт 6 районных дорог. Помимо этого, деньги будут направлены на подключение школ Кустанайской области к интернету, приобретение учебников по обновленному содержанию образования, а также оснащение Центра оперативного управления ДВД региона. В Казахстане появится компания-оператор программы 7-20-25, инициированной президентом для удешевления ипотечных займов. Капитал будущего финансового института будет сформирован за счет средств Национального банка. Кредитование будет вестись через банки второго уровня. Предполагается, что займы будут выдаваться только на новое жилье. Остальные детали будущей программы, отмечают Нацбанки, сейчас прорабатываются. Однако ее преимущества видны уже сейчас, подчеркнули в финансовом регуляторе. Если взять региональные характеристики рынка жилья, становится понятно, что стоимость средней квартиры около 7 миллионов тенге. При такой стоимости ипотечный платеж в месяц по новой программе с учетом первоначального взноса будет около 50 тысяч тенге. Теперь у кустанайцев есть возможность не выбрасывать отслужившие ртуть содержащие лампы и батарейки в общий мусорный ящик. Для горожан установили новые контейнеры для сбора приборов, которые содержат ртуть. Сейчас в областном центре установлены 53 контейнера для ртуть содержащих ламп и батареек. Заметить их в дворах жилых домов несложно, все они имеют оранжевый цвет. Сам контейнер состоит из 4 отсеков. Первый предназначен для батареек и аккумуляторов, второй для ламп и термометров. Помимо этого, в Кустанайской области установлено 145 контейнеров. Они находятся в городах и районных центрах. Складировать лампы и батарейки в новые контейнеры может только население. Предприятиям или организациям пользоваться ими запрещено. Согласно законодательству, они обязаны сдавать небезопасные отходы напрямую в специализированные предприятия. В противном случае юридические лица ожидают штраф. В минувшем году Кустанайская область экспортировала товар на общую сумму более 1 миллиарда долларов США, увеличив показатель 2016 года в 2 раза. Расширилась и география стран-получателей нашей продукции. В списке основных компаньонов 60 государств. Несмотря на развитие экспортного потенциала региона, сами экспортеры признают, проблем с покорением внешнего рынка немало. Многие – именно местные. Экспортеры жалуются на отсутствие грузовых вагонов, долгую транспортировку их товара, невозможность оформить его в выходные и праздничные дни. А за простой на путях в это время предпринимателям, кстати, приходится платить. Представители акционерного общества «Грузовые перевозки» отметили, что сегодня ведется работа по усилению материально-технической базы Кустанайского отделения железной дороги, в том числе и новыми локомотивами. Что же касается вопроса открытия нового депо, то предложение будет рассмотрено в ближайшее время. У Кустанайского городского парка культуры сменится руководство. Местные власти планируют передать сквер в доверительное управление. Новый руководитель парка должен будет за свои деньги не только поддерживать рабочее состояние аттракционов, но и приобрести новые, как минимум 3. Сейчас парк культуры и отдыха находится на полном хозрасчете. Многие аттракционы здесь установлены в начале 80-х годов. Обновление аттракционов оказалось главной причиной передачи государственного предприятия в доверительное управление частникам. Срок доверительного управления – 10 лет. За это время у нового управленца есть возможность не только вложить деньги, но и вернуть их. Планируется, что он организует работу парка и из этого будет извлекать прибыль. При этом собственником предприятия остается государство. Торги по передаче в доверительное управление без права выкупа назначались на 13 марта. Однако из-за того, что на парк претендовал один участник, торги без права выкупа не состоялись. Повторный конкурс назначен на 30 марта. –
Ну и не рассказали мы вам в нашем коротком обзоре событий за неделю еще об одном мероприятии или событии, которое, как нам кажется, как кажется коллективу программы РТН «Подробности», заслуживает быть одной из главных новостей недели. И разговор на тему этой новости, надеемся, будет интересен и нашим телезрителям. Ну и вот непосредственно сама новость. Сегодня, 17 марта, телерадиокомпания «Алау» исполняется 25 лет. Как неоднократно говорили участники торжественного мероприятия, по этому поводу 25 лет для человека, наверное, не такой уж и большой срок, а вот для телекомпании это серьезный возраст. 25 лет взлетов и даже иногда падений. В чем-то и 25 лет борьбы, и 25 лет плодотворного сотрудничества, тысячи сюжетов, сотни программ и прочее, прочее, прочее. Обо всем этом и, главное, о планах на, надеюсь, следующие 25 лет мы и поговорим сегодня в нашей студии. Нидерер Игорь Николаевич, директор ТО «Алау ТВ», или, если говорить не юридическим языком, руководитель телерадиокомпании «Алау». Здравствуйте, спасибо, что пришли к нам в студию. Здравствуйте, Алмат. Ну, мне ходить недалеко. Ну да. Ну и прежде чем мы начнем наш разговор, давайте посмотрим сюжет о небольшом торжественном мероприятии, посвященном 25-летию телерадиокомпании «Алау». Добрый вечер. Телекомпания «Алау» с особой радостью и не без некоторого волнения приветствует своих постоянных телезрителей. Так начинались первые выпуски новостей телерадиокомпании «Алау». Открытие телеканала обсуждалось практически в каждой квартире и в каждом учреждении Кустаная. Сегодня телерадиокомпания отмечает свой 25-й день рождения. За 25 лет в телерадиокомпании «Алау» поменялось все. От лейбла, студии и главных лиц эфира. Поменялась техника от объемных кассет до маленьких флешек. Теперь телерадиокомпанию «Алау» можно увидеть и услышать далеко за пределами области и даже страны. Лайв-трансляция позволяет жителям области узнавать новости, где бы они ни находились. Неизменным на протяжении многих лет остается одно. В редакцию телерадиокомпании «Алау» ежедневно обращаются десятки зрителей. Животрепещущие истории и просьбы о помощи. В эфире телерадиокомпании «Алау» дается слово всем. От простых жителей до публичных людей. А это значит, поддерживается практически прямой диалог между народом и представителями власти. На самом деле 25 лет – это долгий путь. Даже для человека большой путь. А для телекомпании это действительно целая историческая эпоха. Эпохи менялись, все вокруг менялось, но наш огонек как горел для простых людей, так и горит. И вот те люди, которые зажгли его, они, конечно, многих из них сейчас уже нету, но их идея, она продолжается. Продолжается в нас, в наших профессионалах, в наших новых проектах, в нашем желании постоянно быть с нашим зрителем. В далеких 90-х к открытию телекомпании относились скептически, но уже через пару лет рейтинги значительно выросли. Канал несколько раз пытались закрыть, ощутимо не хватало денег. Но благодаря помощи неравнодушных кустанайцев телерадиокомпания «Алау» продолжила вещание. Мне предлагали войти в состав учредителей, я сказал: «Господи, зачем это мне нужно еще? У меня своих дел хватает». Но от судьбы не уйдешь, и я вот здесь перед вами в числе учредителей. За все эти годы много чего было, и хорошего, и не очень хорошего, но дорогу осилит ведущий. Вы эти 25 лет осилили, и неплохо осилили. Я думаю, что будущее компании есть нормальное. Актуальные новости, авторские программы и документальные фильмы, радио и свой информационный сайт. За каждым словом и звуком, за каждой секундой эфира стоит тяжелый труд ни одного десятка человек. Я вообще не мечтала попасть в телекомпанию «Алау». Для меня это было всегда заветной мечтой. Я всегда думала, что здесь работают самые лучшие. И я была очень горда, когда 15 лет назад пришла в телекомпанию и попала в такой замечательный коллектив «Разбудильник». «Разбудильник» меня научил всему. Я вообще пришла в телекомпанию «Алау» в качестве ведущей программы «Гумрагама». Через некоторое время пошло такое повышение, можно сказать, сейчас я редактор казахской редакции. Ну, за это время, конечно, «Алау» процветает. И хотелось бы, конечно, в этот праздничный день пожелать своим коллегам стабильности, креативности и, конечно, успеха. В плане оснащенности журналистов непосредственно, скажем, то, что я начинал писать сюжеты еще на листочке и ручкой. А сейчас, по крайней мере, у каждого есть персональный компьютер, на котором он может как писать тексты, так и отсматривать видео и монтировать.
Телерадиокомпания «Алау» всегда была и остается настоящей кузницей журналистских кадров. Многие, кто начинал в команде «Алау», сейчас работают на республиканских и зарубежных телеканалах, радио, газетах и информационных сайтах. Привет, мои дорогие алаушники! Поздравляю вас с юбилеем, с днем рождения нашей дорогой, любимой телерадиокомпании «Алау». Я говорю «наши», потому что за 11 лет работы я получила просто колоссальный опыт. Я желаю вам интересных новостей, креативных идей и ярких, интереснейших проектов. И помните, что вы самая лучшая команда. В свой день рождения телерадиокомпания «Алау» получила поздравления и от самых главных людей, от самых верных и преданных зрителей. Я бы хотел пожелать вам успехов, чтобы вы также радовали своих телезрителей. Ну, и, в принципе, я доволен. Желаю творческих успехов, побольше зрителей. Что еще? Всем здоровья! Желаю вам всего хорошего, чтобы всегда были на позитиве. Всего вам хорошего! Процветания, удачи и побольше телезрителей. Я вам желаю процветания, очень хорошей передачи. Я смотрю иногда по утрам. И всем вашей передачи желаю процветания, а людям всем крепкого здоровья. Итак, в пятницу прошло торжественное мероприятие, приятные поздравления и награды были там вручены. Но я начну, наверное, вот именно с вас, потому что сейчас вот в отношении телекомпании «Алау» вы, наверное, самый уникальный человек из работающих сегодня в нашей телекомпании, потому что, насколько я знаю, это уже ваш третий приход в телекомпанию «Алау», одним из работников, ну, в последний раз уже сейчас руководителем, директором. Но самый первый приход, то есть вы стояли чуть ли не с первых дней, работали в телекомпании «Алау». Это так? Это совершенно так, Алмат. И не то, что с первых дней, а я видел, как зарождался проект, как зарождалась идея телекомпании «Алау», когда еще, собственно говоря, это не было юридически оформлено. И это действительно были идеи, это действительно были предложения, какие-то стремления сделать вот так. И совершенно правильно вы сказали, но только не три раза, а четыре. Вот древние говорили, что невозможно войти в одну и ту же реку дважды, но мне удалось войти в четырежды. Правда, это была не совсем та же река и не совсем тот же я. Это был, значит, 93-й год впервые в качестве диктора, 99-й год в качестве журналиста, 2004-2005 год в качестве корреспондента журнала, тележурнала, программы «Поворот» со Стасом Киселевым и, наконец, 2017 год. Поэтому четыре раза. Ну, наверное, расскажем о том, как... Но вот все-таки вот хотелось бы вот о самом зарождении телекомпании. Об этом мало кто говорит, мало кто знает, потому что, когда рассказывают о телекомпании «Алау», всегда говорят возраст, вот с 93-го года. Но историю рассказывать начинают всегда с 95-го, когда вот Виктор Давыдович Перлин, когда уже телекомпания стала непосредственно телеканалом самостоятельным. Но вот эти вот первые три года, о них говорят мало и, видимо, мало кто знает. Можно вот оттуда немножко вообще, откуда появилась идея? На тот момент в Кустанае уже были частные телеканалы. Да, был Интерстан. Но на самом деле, Алмат, прежде чем появится какое-то великое течение, будь то философия или религия, или любое большое, хорошее дело, появляется идея. И эта идея, появившись, жива до сих пор. И этот огонек горит благодаря этой идее. Идея была такова: создать телевидение для простых людей, где люди получают информацию на их языке, с их стороны, и информацию о тех событиях, которые интересны прежде всего им, потому что на улице там другой воздух, нежели в кабинетах, и там говорят по-другому, там думают в другую сторону. Вот, собственно, идея была такова. И собрались заинтересованные люди. Первым редактором был Вячеслав Авдеев. Директором был Сергей Тайлевич Ли. Он был недолго, но он был вот в нашей такой космогонии, он директор номер ноль. Потому что Шперлин все-таки, Виктор Давидович, это номер один, он основатель. Но вот директором номер ноль был Сергей Тайлевич Ли. Это был Юр Палов. Тогда он занимался бизнесом. И еще несколько человек. Олег Сытник, естественно, я не могу его не назвать.
первый оператор «Алау», Николай Маклаков, ну и еще несколько человек, чья заслуга может быть несколько меньше. И они вот действительно сидели, курили, а тогда еще в помещениях можно было курить. И, значит, вот думали, как нам сделать такое телевидение, чтобы о нем все заговорили. Причем телевидение, оно, скажем так, замышлялось как что-то, как канал-носитель для рекламы. Вот есть реклама, а зачем кому-то платить деньги, если можно взять, сделать собственный канал и нашу же рекламу, за которую мы получаем деньги, катать на собственном канале. И идея получилась таковой, что нужно создать телевидение в корне, отличное от того, что зритель того времени видел. Эти вести с полей, это официальщина, официоз, эти чиновники. Нет, люди, улица, то, о чем говорят там, то, как думают там. Вот была наша идея, и она жива до сих пор. Но первые выходы в эфир у «Алау» случились не на самостоятельном канале. Была, я насколько помню, был какой-то отведен час на «Интерстане», по-моему, или на каком-то другом телеканале, и там вот выходила сразу пачка вот этих программ. Вот и «Алау» заканчивалось. Не на «Индорстане», другой канал был. Вот. Но дело все в том, что действительно мы не вещали круглые сутки. И это было, Алмат, понимаете, это было время совершенно других отношений. Когда можно было совершенно спокойно взять какой-нибудь голливудский фильм, показать его, ну, такой на супер, на, даже не супер ВХС, а просто ВХС, на ВХС-ке. Взять его, пустить в эфир, показать. И сказать, смотрите, какие мы крутые. Или сделать рекламу там сигарет. Я помню, как очень долго мы делали одну такую рекламу. Вот. И то, что в это вклеивалось, вставлялось, оно было нашим продуктом. Ну, а зритель уже смотрел, конечно же, о нашей эффективности, о нашей крутости не по тем голливудским фильмам, которые мы крутили, а потому что делали мы. А мы делали наши неофициальные новости. ННН знаменитый. ННН, да. Называли нас, тех, кто был занят, НННисты. Вот так. Это был ваш первый приход в «Алау». Это был мой первый приход, да, 93-й год. Второй уже? Второй, 99-й, то есть, поскитавшись по другим видам бизнеса, будучи и переводчиком, и администратором гостиницы, я понял, что все-таки телевидение, все-таки вот нужно где-то остановиться и прийти туда же, куда я попал. Причем попал-то я в 93-м году без протекции, без какого-то блата, просто потому что заметили, что был такой паренек, вот взяли его. А 99-й год, конечно, уже Николай Зверьков меня знал. То есть это еще по вот еще по тому, да, первому. Ну, тот директор, который был в тот момент, Николай Николаевич Зверьков, он знал меня и все-таки решил привлечь. Ну вот, но 99-й год – это было другое совершенно время. Это было время, когда уже вот эти телевизионные жанры заняли достойное место, и все было правильно. Не было кустарщины, не было дилетантщины, не было просто одного желания. Был уже какой-то, какая-то модель, по которой телевидение жило. Оно жило уже эффективно, очень эффективно. И, ну да, у нас было три компьютера. Два в ньюсруме, один у главного редактора Гафурова. У нас не было мобильных телефонов вообще, принципиально. У нас были пейджеры. И у нас было большое желание работать на зрителя. Да, оно и сейчас есть. Вот это концепция, да, идея, о которой вы говорите, когда создавали телекомпанию «Алау», когда создавали «Алау» телекомпания, телерадиокомпания, информация для людей на знакомом, понятном им языке. Вот удается эту концепцию сохранять. Сейчас очень часто журналистов ругают за казенщину, да, скажем так, такую, за то, что они говорят чиновничьим языком и даже думают чиновничьим языком. Такое есть, эта болезнь присутствует, удается делать то, о чем вы задумывали. Это не болезнь. Я называю это остаточным намагничиванием. Вот когда мы берем магнит, помещаем к нему гвоздик, потом через некоторое время убираем магнит, но гвоздик он уже намагниченный. То же самое журналисты, которые от заседания к заседанию ведут свою деятельность, они, конечно же, слышат это все. Слышат тот ужасный, совершенно некрасивый, невыразительный
и не русский язык, на котором говорят чиновники. Сейчас чиновникам обидно стало. Что? Чиновникам сейчас обидно стало. Я не говорю про всех чиновников, ну а если им станет обидно, ну, возможно, им это будет повод обидеться на себя, не на меня. Хорошо. Но так все-таки удается идею воплощать или нет? Идею, которая в основе создания ЛАУ лежала. Да, конечно, эта идея до сих пор нами движет. И вот я не знаю, как это передать, но вы, наверное, тоже это ощущали, что вот есть какая-то новость, но хотим мы ее сделать прямо, просто и круто. У наших новостников это получается. Они даже, может быть, боятся сделать ее еще прямее, еще яснее. Но я говорю, что это дрессировка. Дрессировка вот именно протокольно-кабинетными заседаниями. Явление вот такое, о котором часто говорят, самоцензура среди журналистов. Есть такое и присутствует ли на ОЛАУ? В принципе? Самоцензура – это очень хорошее явление. Оно должно присутствовать в жизни любого человека. Как он выглядит, какая у него прическа, какой у него внешний вид. Если не будет самоцензуры, он будет похож, ну, на какого-то бомжа. Мы тоже должны знать, кто мы, соответствовать тому образу, прежде всего, который мы хотим сформировать. Но и есть некие, да не некие, а законом все прописано, границы, за которые мы не должны заходить. Случаются такие моменты, вот те года, о которых вы говорили, второй ваш, да, скажем так, приход телекомпании «ЛАУ», 99-й, 2000-й года, я прекрасно помню, были тогда и судебные иски, были и суды, были и выигрыши, были и проигрыши у «ЛАУ», когда приходилось наступать на горло собственной песни, делать опровержение, извиняться, даже что-то выплачивать. Вот с этим как сейчас? С этим как сейчас? С этим сейчас точно так же. Единственное, что, наверное, мы все немножко больше и немножко эффективнее, скажем так, профессиональнее играем в эту командную игру. Мы не делаем вот этого, а вы разрешаете нам делать вот это. Но это не значит, что мы идем в каком-то сговоре, да, там, с собственной совестью. Нет, совершенно. Мы хотим делать, мы это делаем. То, что нельзя делать, мы этого не делаем. Но недовольство чиновников различных рангов, оно бывает. Есть свежий пример, не буду детализировать. Но вот некоторым людям не нравится, как мы показали то-то. Они написали письмо. На самом деле письмо составлено не очень грамотно. Ну, не буду говорить, опять же, кто. Но есть. Это официальное, в смысле, письмо официально, от официальных чиновников. Да. Ну, теперь понятно, почему о русском языке начали говорить от чиновников. Ну, сейчас говорят очень часто, что вот в старые времена, да, ну, относительно ОЛАУ будем говорить, старые времена, те же 90-е годы, ОЛАУ было гораздо зубастее. Вот сейчас как-то вот нет так, вот такого острого, неоднократно слышал. Это от зрителей, зрителям хочется чего-то острого. Если есть слишком много перца, то в конце концов будет изжога, а потом язва. Что такое острое? Острое – это, не, ну, скажем так, не завуалированный показ проблемы. Неужели же мы этого не делаем? Ну мы разве что не кричим и не говорим вон там, смотрите, мы привлекаем внимание. Мы в каждом, Алмат Мадонович, я думаю, в каждом выпуске новостей, вы тоже смотрите, они начинаются практически тем, что вот там какие-то трубы, там какие-то, значит, счетчики, там пенсионеры и коммунальные услуги. Мы вокруг этого вертимся, тут дороги. Это всегда есть. Да, мы оперируем больше цифрами, да, мы приводим мнение чиновников, да, мы делаем некий анализ, но мы стали взрослее. Мы, Алмат Мардович, когда с вами были моложе, у нас не было таких счетчик, и мы были немножко легче ростом. Но это же не значит, что мы растеряли вот этот вот азарт, этот энтузиазм. Огонек-то в глазах есть? В глазах есть. Но вот в этом отношении, что радует, что редакция телевизионных новостей, вот то самое РТН, ежедневные новости, люди там всегда молодые. То есть вот
людей возрастом 50 и дальше, ну, в корреспондентах не работает. С одной стороны, может быть, это плохо, хотелось бы какого-то взвешенного, взрослого, очень взрослого взгляда. А с другой стороны, вот у них есть тот огонек в глазах, и они, им хочется вот этой остринки. Почему нет людей серьезного возраста в телекомпании? Ну, это потому же, почему, скажем, среди воспитателей детского сада нет мужчин вашего возраста, к примеру. Или же среди сантехников нет молодых девушек. Просто каждый должен делать то, что больше всего подходит ему по возрасту, по его, скажем так, его возрастной ориентированности. Это журналисты возрастные могут быть, и они будут не новостниками, скорее всего, а больше, как бы это сказать, аналитиками, ведущими программ. Ну, не может дядька за 50 бегать с блокнотом или с чем там еще. Но огонек в глазах горит, не хочется тряхнуть стариной, вот так выбежать с оператором на улицу и снять какой-нибудь репортаж. Я это делаю. Хорошо. Возвращаясь к истории, вот сравнивая 4 прихода ваши в телекомпанию «Алау» на разных этапах, как раз в ключевые моменты вы приходили в телекомпанию «Алау», увидели все. Когда телекомпания «Алау» стала вот телекомпанией «Алау», самостоятельным, серьезным телеканалом, есть вот какой-то срок, какая-то грань, которую вы вот почувствовали, поняли? Да, теперь вот это серьезный телеканал. Здесь я нисколько не отойду от официальной историографии. Да, пожалуй, вот с приходом Виктора Давыдовича, когда в 99-м году я пришел, я же говорю, это был уже профессиональный коллектив, это была уже, по крайней мере, четко выверенная, четко работающая структура, где у каждого были свои обязанности и свои права, где была очень серьезная техническая служба, где было хорошее, по крайней мере, достойное оборудование, и которое, ну не вот, вот эта вот структура, ведь самое главное — логистика. Уже тогда каждый четко знал, что ему надлежит делать. И вот это именно оно и радовало, и привлекало, что это мы работаем размеренно, хотя и с авралами, но такими телевизионными. Это было именно уже вот, я думаю, где-то до моего прихода, еще года с 96-го, с 97-го, это уже все сложилось так, как оно есть. Хорошо. К нынешнему времени давайте, скажем так, перейдем. Что такое телерадиокомпания «Алау» сегодня? Можете рассказать телезрителям? Ну, прежде всего, это несколько способов доставки сигнала. Это наземное цифровое телевидение, спутниковое телевидение, наземное аналоговое, это кабельные сети. И с сентября прошлого года мы добавили, наконец, онлайн-вещание на сайте. Это значит, что практически, сколько там, 7,5 миллиардов наши потенциальные зрители. Действительно, мне потом были звонки и говорили, что вот мы едем с района, мы смотрим «Алау», это очень удобно, это здорово. Значит, я думаю, что вот именно уход в интернет, не уход с экрана, уход, скажем так, большее присутствие в социальных сетях, в блогах, в различных, это наше будущее. Это то, без чего нам никак не обойтись. Это большая мобильность, это большая вот эта вот хорошая такая виртуальность. А что ж поделать, время. Ну, если говорить о том, что представляет собой сейчас наше телесмотрение, есть такой термин, prime time, это то время, когда большая часть зрителей, удобно усевшись на диване, сделав вот так вот руки, откинув ноги вперед, смотрит телевизор. У большинства телекомпаний прайм-тайм – это вечерние часы, 6-8, когда люди приходят с работы. То есть небольшой прайм-тайм у большинства утренний, потом такой вот такие мертвые часы и, наконец, вечерний всплеск. Так вот, мы одна из немногих телекомпаний Казахстана, у которой утренний всплеск практически равен вечернему всплеску. Вот мы видим здесь он с утра вот такой вот поднялся и поднялся вечером. Вот этот
утренний прайм-тайм у нас самый большой в Казахстане. Это один повод гордиться. Сразу спрошу данные, откуда? Это вот это сотрудники Алау так посчитали? Или это какой-то исследование? Нет, ну что бы, неужели Алмат Марданович обстал хвалить вот так прямо нас? Это есть такая, я не буду называть эту фирму, это частная фирма, которая является дочерним предприятием Gallup Foundation. А Gallup, он делает серьезные опросы и анализы. И Gallup — это та самая, это уже реклама, та самая компания, выводом которой верят. И у нее есть представительство структурное в Казахстане, которое нам все это посчитало. То есть это очень серьезный анализ. Ну, утренний наш пик — это, я так понимаю, программа «Разбудить». Да, конечно. Вот тут начинается все с 6, резко вырастает, и заканчивается все с 8 до 9. Это то, что утром наши сограждане, наши кустанайцы, жители области смотрят перед тем, как пойти на работу, так сказать, выпивая чашечку кофе и одевая пиджак. Собирать. А вечерний пик с чем связан? Это что, это новости? Вечерний пик — это новости. Это неизменная наша, опять же, традиционная редакция теленовостей, которой люди привыкли, которой люди доверяют. И, соответственно, телесмотрение, вот оно у нас, ну, один в один. Они наравне держатся. Ну, очень интересный график. Утренний, вечерний. Но телеканал работает не только у нас утром и вечером. Что еще? Для тех телезрителей, которые, может быть, не смотрят наш дневной. Еще. У нас есть одна большая наша гордость. Это наш сайт, который пока не официально, но я думаю, что все уже признают, что и официально, и вот эта вот исследовательская структура подключится, признают, что это лучший сайт местной телекомпании Казахстана. Иногда в строчке популярности казахстанских сайтов alao.kz допрыгивает до 7-й позиции. Это всех казахстанских? В стране. В стране. То есть Акорда.kz, Колеса.kz, там хоп, Alao.kz. Ну, вот бывает, допрыгивает до 7-й позиции. Конечно, так-то мы немножко ниже, но если мы стараемся, то мы видны всему Казахстану. И это действительно радует, потому что это вот то как раз перспективное пространство, в которое сейчас, увы, уходит, ну, мы, увы, говорим увы, потому что мы привыкли к больше телевизионному пространству, а молодые люди сейчас в основном в социальных сетях. У них гаджеты, они тыкают пальцами и, значит, там проводят время. Но вот это мнение о том, что телевидению осталось жить недолго, имеет под собой основу? Или это как вот в «Москва слезам не верит»? Вы посмотрите, что будет через 20 лет. Телевидение не умрет, оно просто будет другим. Вот вы помните, когда в детстве двор, маленький Алмат бегает по двору, и тут мама кричит ему: «Алмат, сейчас мультики начнутся». Да. И Алмат забегает, и включается телевизор, и он начинает смотреть мультфильмы. Потому что мультфильмы в определенное время. Или вариант, там показывают четырех мушкетеров. Но сейчас, если Алмату закричать: «Алмат, иди там, какая-то программа», он скажет: «Я ее просто в интернете найду». Да? Да. Так сейчас поступают большинство нормальных людей. Зачем ему бежать и смотреть что-то, если он просто может найти то же самое в любой удобный момент в интернете? Причем в этом есть хорошая сторона, и в этом есть, ну, такая немножко пугающая сторона. То есть если, опять же, это не мое мнение, это коллеги мои говорят, что если раньше для того, чтобы быть в театре, блистать в театре, нужно было иметь талант, чтобы быть на потом в телевидении, в кино, нужно было иметь дар актерский, чтобы вести хорошую передачу, нужно иметь драйв. Нужно быть, ну, шоуменом, тоже нужен талант. Но сейчас для того, чтобы вести свой блог, не нужен никакой талант. Когда каждый хочет стать немножко собственным средством массовой информации, он может тихонько такой вести свой бложик, там что-то публиковать. Не нравится тебе этот блог — уходи в другой блог. Вот этот блог хороший, этот идиотский, этот желтый, этот синий.
пожалуйста, где хочешь, там и ищи. И это на самом деле, опять же, это мнение высказывается всеми, что может быть так оно и честнее. Хочу я, допустим, смотреть постоянные новости о пчеловодстве. Я нахожу этот канал. И я смотрю только об этом. Если я хочу узнавать что-то о городских проблемах, я смотрю «Алау». Вот да. И вот, то есть есть тематические новости, но есть новости, которые не зависят от темы. Новости города, области, которые происходят сегодня. Я хочу узнать, что было в городе сегодня. Я и хочу к этому подвести. Если меня интересует жизнь региона, если мне не безразличен мой город, мой район, моя область, я смотрю «Алау». Потому что никакой интернет, точнее, что такое интернет? Это способ доставки всего лишь. Даже если мы будем с этим способом доставки, ничего не заменит сути. Городские новости, областные новости, которые, ну я не знаю, вам не просто подают, вам их бережно преподносят и говорят: смотрите, мы поработали, мы это сделали, мы постарались, это действительно хорошие люди, это действительно профессионалы с большой буквы, которые объездили весь день город и область, чтобы вечером 25 минут отборных вот этих вот новостей выдать вам, пожалуйста, вот они, главные новости области. Ну, телевизионный канал – это способ, помимо того, что способ доставить контент до телезрителя, это способ и заработать для того, чтобы суметь произвести этот контент. Вот с появлением интернета, с появлением доступности информации, любой практически, и практически бесплатно, потому что надо заплатить только за трафик в своем телефоне или в компьютере, говорят, что телекомпании вымрут именно поэтому, им не на чем будет зарабатывать деньги. Хорошо. Что такое телекомпания? Это большой коллектив, это техническая сторона, это обслуживающий персонал, когда за кадром стоит гораздо больше, чем в кадре. Если это убрать, во-первых, чем заполнится вот эта вот пустота? Будь она в интернете, будь она где угодно, вот этот место, где должны быть городские новости, чем она заполнится? Блогерами, которые снимают себя на смартфоны. Ну да, это, конечно, интересно. Я не знаю, я могу надеть на себя мешок, если мне холодно, но если я хочу одеться, я надеваю нормальную одежду. Если нам хочется узнать нормальные новости, мы берем и смотрим их в нормальном, в нормальной подаче. В новости, сделанные профессионалами. Но если вы хотите пообедать, вы, не знаю, но будете кушать то, что сделал непонятно кто, непонятно из чего? Какой котенок лег в основу этого пирожка, который вы видите перед собой? Но мы этого не делаем. Хорошо. Времени не так много у нас осталось. Я обещал зрителям, что я спрошу вас и про будущее, про потенциальные 25 лет следующие в жизни телекомпании «Алау», когда, возможно, удастся встретить 50-летие. Что планируете? Каждый директор что-то планирует. Вы тоже уже, хотя вы директор не очень давно, да, еще меньше года, ну, наши телезрители видели. Месяцев 9, я думаю, да, есть. Да, то есть как представляли вас, какие надежды связывали, говорили об этом и в эфире, писали это и в других изданиях. Вы уже поработали, вы познакомились, я думаю, что уже выстроили какой-то план. Можете рассказать нам, как будете развивать телекомпанию «Алау» в ближайшие годы? Ну, во-первых, это заиметь резервный способ доставки сигнала. Это большее присутствие в интернете, в социальных сетях. Это развитие вот этого, вот этой вот именно сферы. Это, ну, скажем так, делание новостей, более мобильных новостей. То есть журналист, который оказывается в гуще событий, он может, опять же, взять, снять себя на смартфон, послать это в редакцию, то есть оперативность. Ну, это слово затертое, но на самом деле оно не утратило своего сияния первоначального. Оперативность, профессионализм. Здесь нет каких-то особых, ну, я не знаю, особого пути, третьего пути. Это, учитывая потребности эпохи, учитывая, как сейчас любят говорить, вызовы, идти туда, не бояться и развиваться уже именно как современное средство массовой информации. Я не знаю, что добавить. Я обычно в конце что-нибудь говорю, но
Тут что можно сказать? Мне бы очень хотелось, чтобы ваши планы воплотились в жизнь. Вам удалось вот это все построить? 25 – это же четверть. Это у нас всего лишь первая четверть. У нас хорошие оценки, но четвертные. При этом 25 – это и очень серьезный возраст, потому что независимость – это чуть-чуть больше, чем 25 лет телекомпании. Я просто очень хорошо помню, сколько было и каких телекомпаний в городе Кустанае, и сейчас их нет. Это были частные телеканалы, интересные, их смотрели люди, их любили, но их сейчас нет. И меня и как работника, и как телезрителя, и как горожанина волнует, будет ли собственная городская, но относительно независимая частная телекомпания, которая, возможно, подает новости совершенно не так, как государственные средства массовой информации. Я не знаю, если кто-то захочет еще на этом рынке быть, и если это будет получаться, в чем я лично почему-то сомневаюсь, может быть, зря сомневаюсь, может быть, найдутся такие люди, то мы в таком случае, если появятся конкуренты, должны будем доказать, что мы не лыком шиты. И вот тот опыт богатый, который мы наработали, и те профессионалы, которые у нас присутствуют, эти люди сделают все, чтобы не уронить, не ударить в грязь лицом. И огонек-то на самом деле, огонек Алау, он ведь некоторое время затухал, но он тлел и возгорался вновь, потому что жива была, питающая, одухотворяющая его идея. Телевидение для простых людей, простым языком, о насущном, о тех проблемах, которые действительно людей волнуют. Ну что ж, большое спасибо, что сегодня нашли время и пришли к нам. Вы поздравляли нас вчера, всех сотрудников телекомпании «Алау» с 25-летием. Сегодня, непосредственно в день, когда телекомпания «Алау» исполнилась 25 лет. Я тоже хочу вас поздравить с этой замечательной датой, тем более, что на сегодня вы самый старейший и опытнейший работник телекомпании «Алау», стоявший у самых-самых его истоков. Большое спасибо, что тогда сделали очень много, и что сейчас продолжаете воплощать эти идеи. Большое спасибо, Алмат. На самом деле, действительно, это серьезное для нас, для всех испытание временем. Мы его выдержали, но это не повод, конечно, бренчать медалями и говорить, что смотрите на нас, все, мы успокоились. Нет, мы не успокоились, мы не затихли. И мы также продолжаем информировать жителей нашей области о насущном, о самом главном, простым языком. Ну что ж, еще раз большое спасибо. Вас, дорогие телезрители, я жду экранов телевизора в следующую субботу в 20:00. До свидания.